Вот этого в белой майке не фотографируют. Не подходит, не подходит, даже не здоровается. Потом. Нету? Я говорю. Я же спросила, мне сказали. Еще нам ответ. Без вариантов у нас единственный. Пошел, вперед, Ваня! Так, на кого, Вовчик? Вовчик, Вань! По бою! Иди! А вон с ним!
Ты главное секи поляну. Лучше слева или справа стой, но главное смотри, да. Он лупнул прям в руку. Палец? Да. Это не опасная игра? Не знаю, я честно. Грязно. Алла, на ногах работай! Ужасно. Опа! Опять некрасиво. Алла, Степ! Красиво играет он. Мяч, держи мяч, все нормально, мяч выронит. Ну как-то с агрессией. Не, вот та игра хорошая была наша. Джуниор красивый. Хорошая игра была. Не надо, тут Наша тоже слышишь? Нет, это тоже нормально. Там тысяча с чем-то фотографий должна была быть. 1700 фотографий. Наш штраф! Быстрее! Наш мяч! Старый! Наши тренируются больше. Те-то бегают, как наши. Зачем держит? Да. Только после игр. Туда-сюда. А вы что стоите, смотрите? По один встаньте! А что там, Дэнни, ты с той стороны был? Ты с той стороны был? Нет? Там Хана там был? Там фонари стоит. И что? Потерпи! Тренировка! Что там? Ну они вдвоем говорят, что ниже колена было. Ну она от колена была, но я сказал, что вперед пришел. Назар, поближе встань! Так он может не коснуться. Но оно могло не коснуться рук. Могло, но... Есть. Так от ноги же все равно. От ноги считается... За линию, пожалуйста. Не надо ходить уже в линию. Ну опять же ракурс, да. Отдай, дурак, блядь! Тише. Хорош, Стар, хорош! Короче, возвращайся, Алан, возвращайся! Шире! Назад! Просто таких моментов бывает много. С одной стороны смотришь, вроде бы с той стороны смотришь. Нет, мы уже сколько раз разбирали это. Давление на край! Давай,
Да, приход тогда!